Очень ложная. Потому что когда это одна из главных ролей в большом сериале для центрального канала, тебе кажется, ну о, поймал птицу счастья. А потом бахчет, и дело буксует, буксует, буксует. Потом еще роль появилась поскромнее, поскромнее. Так ты постепенно начинаешь... Потом посмотрел материал, который с тобой вышел по телевизору, и тоже как-то так... При всем самолюбии, так, что-то как-то где-то не везде я себе нравлюсь. Что-то как-то, да, что-то надо, да, надо менять. Вот, поэтому это очень такое постепенное движение. Уверенный человек, но я очень часто сомневаюсь. Знаешь, из той серии даже бывает 7 раз отмерь, один отрежь. Сомневаюсь, долго могу сомневаться. Зачастую мне это, конечно, я понимаю, мешает, надо быстрее принимать решения раньше. Но как есть, так и есть. Но в общем и целом, да, я уверенный человек. Я боюсь самого страха. Потому что страх – это эмоция, которая парализует любое действие. Ничего бы не менял. Хотя, конечно, да, ты что, конечно, знаешь, сколько бы изменил бы? И это, но... А вот что-то поменяешь, и по-другому пойдет жизненный цикл. Поэтому, да, это такой банальный ответ, может быть, очень такой пафосный, но это же мой путь жизненный, поэтому он складывается так, как он должен складываться, путем каких-то событий, моих личных ошибок, испытаний, радостей, побед, провалов и прочего. Поэтому ничего бы не менял, зачем? По-другому смотреть на любовь. Потому что, ну, не бывает настоящего без любви. А мне очень понравилось, как Олег Иванович Янковский сказал, то, что моя профессия – любить. Говорит, я без любви себя просто не представляю. Он очень, очень точно сказал, он очень прав. Потому что без любви, в самом высоком значении этого слова, в нашем деле никак. Нужно любить. Счастливый человек, почему? Потому что я занимаюсь любимым делом. Это очень важно, очень важно. Если человек занимается любимым делом, он, во-первых, многое может достичь в нем, потому что это важно, когда мы это делаем на кураже, понимаешь, когда мы это делаем с желанием, стремлением. То есть каждый, конечно, в идеале должен быть на своем месте, поэтому я нисколько не жалею, что я после 11 класса не поступал там ни в какие-то, ни физические, ни математические, лишь бы, знаешь, в армию не идти. Куда бы, лишь бы куда только поступить. Я какую-то выбрал такую паузу, стал заниматься музыкой, там рок-группу создал и решил, что я хочу быть как Бона из Юту. Но тем она интересна, эта профессия. Знаешь, что она дает? Еще, это же профессия, это лестница в небо. Ты можешь идти всю жизнь. Есть куда идти. Вот. Мне очень нравится выражение «счастье – это удовлетворение, которое длится хотя бы 15 минут». Сосед тоже Миша, Мишка, тезка. Как-то мы с ним пересеклись на площадке, вышли покурить. Ну, так совпало, синхронно просто вышли, а мы что, стоим, курим, болтаем. Он говорит, Миха, пиздец же тебя. Я говорю, что так? Классная у тебя профессия. Так как-то он в перспективу смотрит, да. Я так думаю, ну и чем же классное? Ну, думаю, сейчас вот там по телевизору показывают, там на улице могут узнать. Он говорит, ты, говорит, женщин разных красивых целуешь. Я понимаешь? Я, говорит, наверное, тоже в актеры пойду. Я в пути, мне сложно себя оценивать, поэтому я стараюсь как можно больше, глубже постичь профессию, которой я занимаюсь, и быть порядочным человеком. Дело надо делать, стойко впахивать. Эталоны, их там много, эталонов. Есть цель, стремись. Кино для меня все. Все абсолютно. Все абсолютно. Вот, наверное, правильно. Что тебе кино? Моя жизнь. В которой мне очень комфортно, очень нескучно, в которой мне очень нравится. Надеюсь, это взаимно. Нужно быть верным себе, своим убеждениям, не предавать самого себя,
стойко терпеть все испытания, потому что чем выше цель, тем сложнее препятствия. Вперед. Знаешь, хорошее есть такое выражение. Выше нос, кусок мяса. Все нестабильно, но именно в этом заключается жизнь. Почему? Потому что как кардиограмма. Это жизнь. А когда ровная линия,